Не знаю, стоит ли нам утверждать, что это была вершина боксерского века. Это был, конечно, не самый лучший, не самый драматичный, но очень напряженный бой двух достойных соперников. Вот и все, что, наверное, можно сказать по этому поводу. И мне остается только попрощаться с вами, пожелать вам всего хорошего. До новых встреч в программе «Большой ринг».